Армянский блогер Вартан Гукасян поделился видеокадрами из Лачина, распространенными в соцсетях. Как передает Калибер АС, на этих кадрах изображены ограбленные дома армян. По словам Гукасяна, это сделали армянские мародеры. Когда я увидел эти кадры, то испытал шок. Дома армян в Бердзоре, в Лачине, ограбили сами же армяне. Хотя ограбление – это мягко сказано. Когда из домов выносят электротехнику, золото и деньги, то это называют ограблением. Но я не знаю, какое слово подыскать тому, что из домов вынесли окна, двери, кафель и унитазы. Ни в одном из языков нельзя найти определение этому. И самое главное, что это сделали не турки, а сами армяне. Как только они услышали, что город сдают, то ринулись опустошать дома. Им даже было невдомек, что в них все еще проживают армяне, сказал блогер. Он подчеркнул, что увиденное еще раз подтверждает, что среди армян находится множество подонков, число которых продолжает увеличиваться. В будущем они будут говорить о патриотизме и настоящем армянстве. Подобные управляли страной 30 лет. Якобы защищали в кавычках освобожденные земли. Они ограбили и снесли с лица земли Агдам и другие города. Поневоле хочется сказать, вот оно настоящее лицо армянина. При этом могут найтись и те, кто скажет, что это сделали не армяне, а турки. Я обращаюсь к полиции с требованием найти виновников, добавил Вартан Гукасян. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.